Три часа ночи с Google переводчиком начинает происходить что-то странное. Ты демон. И знать вопроса. Ставь лайк и подписывайся на канал, иначе я иду за тобой, суприбанда. Чё творим, бры, меня зовут Сэк Геонис. И бро, срау уже, просто срау уже. Переподписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою суприбанду. Ведь в предыдущем суприбанда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. Я как вижу, бро, тебе очень нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою суприбанду. Самую сильную банду на ютубе. И суприбанда, вы не поверите, но сегодня реально очень мистическое видео. Все потому, что в 3 часа ночи с Google переводчиком начинает происходить что-то странное. В 3 часа ночи он как будто выходит из строя. В него как будто вселяется какой-то демон. Если в 3 часа ночи мы что-то впишем в Google переводчике, то он нам не будет переводить то, что мы написали. Он нам даст какой-то ответ. К примеру, если мы в 3 часа ночи в Google переводчике напишем привет, то ответ может быть: я убью тебя. Это очень жестко, банда. Именно поэтому сегодня я хочу это проверить. Что же не так с Google переводчиком в 3 часа ночи? Самое мистическое время. Если честно, я не знаю, с чем это связано. Мне кажется, что в нем сидит какой-то демон. Есть теории, что это какой-то демон. Есть теории, что это какой-то инопланетянин. Но тем не менее, банда, сегодня мы с вами обо всем этом узнаем. Я очень надеюсь, что у нас получится открыть эту тайну. Именно поэтому, бро, нам нужно дождаться 3 часа ночи. Ведь именно в это время с этим Google переводчиком и происходит что-то странное. А тем временем, банди, давай на это видео наберем 10 тысяч лайков. И я сниму продолжение. Возможно, это все будет какое-то настоящее продолжение. Возможно, банда, мы потом сядем в Google офис и все разузнаем, почему же в 3 часа ночи с Google переводчиком происходит что-то странное. Именно поэтому, банди, допускайся ниже, жми свой царский лайк. И, бро, также подписывайся на мой инстаграм, ссылка в описании. Там выходят очень крутые фотографии, которые тебе 100% понравятся. А тем временем, бро, мы идем 3 часа ночи, начинаем проверять Google переводчик. Погнали, бро! Окей, банда, на часах уже 3 часа ночи, самое мистическое время. Ведь именно в это время с Google переводчиками начинает происходить что-то странное. Окей, давайте уже вместе с вами все это проверим. На моем экране сейчас этот Google переводчик. Для того, чтобы общаться с этим Google переводчиком, мы должны выбрать определенный язык. Он называется сомалийский. Если честно, я не знаю, что это за язык. И мне кажется почему-то, что это какой-то древний язык, с помощью которого мы можем общаться с этим Google переводчиком. А еще, банда, одним из правил является то, что все наши слова мы должны писать только по 2 буквы. Сейчас я вам покажу, как это нужно делать. К примеру, пишем ему: привет, я знаю о твоем разуме. Вот так, суприбанда, нужно писать, чтобы все слова были только по 2 буквы. И только в этом случае оно нам ответит. И посмотрите, банда, оно уже нам ответило. Тогда тебя же смерть! О, господи, вы это видите? Я просто не верю своим глазам, это реально работает. С Google переводчиком в 3 часа ночи реально происходит что-то странное. Он мне сам ответил: тогда тебя ждет смерть. Я просто не верю своим глазам. Окей, суприбанда, это реально стрёмно. Тем не менее, бро, интересно ли будет это работать так же самое на телефоне? Телефоне, который есть у каждого из нас. И в каждом телефоне есть Google переводчик. Давайте это проверим. Вот, банда, что я ему писала, вот что он мне ответил. Вы это видите? Это все реально происходит. Итак, банда, я запустил Google переводчик в 3 часа ночи. Просто гляньте. Черт возьми, мне просто в это все не верится. Нам нужно для начала выбрать язык сомалийский. Ищем его, он где-то здесь должен быть, я уверен. Если он есть на компьютере, то он должен быть где-то и здесь. Вот же он. Окей, банда, мы выбрали сомалийский язык. Теперь мы должны что-то сюда написать. Нужно писать так же, как мы писали на компьютере. Итак, банда, выбираем это. Я напишу что-то примерно то же самое, что писал тогда на компьютере. Окей, банда, это должно точно сработать. Итак, готово, я написал это. Теперь нажимаем сюда и начинаем смотреть на перевод. Господи, как же я волнуюсь, суприбанда, это просто жесть. Окей, так, что нам сейчас выдало? Посмотрите, банда, вот и ответ. Тот, кто сделает конец мира. О, господи, вы это видите, суприбанда, это просто жесть. Вы слышите, что он говорит? Тот, кто сделает конец мира. Что если этот Google переводчик реально кого-то убьет? Это жесть, господи, окей, оно само вышло. Тем не менее, бро, давайте теперь продолжим писать Google переводчику, только уже на компьютере. Это реально ужасно, банда, мне просто не верится то, что я вижу. С Google переводчиком в 3 часа ночи реально происходит что-то странное. Я не хочу, чтобы со мной что-то случилось, суприбанда. Компания Google, это очень серьезно. Можно сказать, что Google компания просто принадлежит весь мир. Даже YouTube, тот, на котором вы сейчас смотрите это видео, он также принадлежит Google. И банда, Google может просто все, что угодно со мной сделать. Именно поэтому я в этом Google переводчике хочу написать, что я никому не расскажу о том, что я узнал. Возможно, они как-то мне поверят и смилуются надо мной. Окей, я никому не расскажу. Господи, как же это сложно.
нужно писать. Слишком много знаете, Сергей Унис, в этом видите банта. Они мне только что совет ответили. Это просто жесть, я просто не верю своим глазам. Они даже знают, как меня зовут. Я же им говорил, что Google компания это очень опасно. Они знают меня откуда-то, они знают, как меня зовут. Они буквально все обо мне знают. Господи, банты, я не хочу умирать. Это все очень страшно. Окей, давайте что-то им отпишем, пример, откуда они знают, как меня зовут, откуда они все обо мне знают. Откуда ты знаешь, кто? Ой, я! О, господи, я прямиком перед вами, я вижу вас! Это просто жесть, банда, вы это видите? Возможно, банда, они все-таки сидят за мной как-то через мою веб-камеру. Мы знаем, что это возможно. Что если не слишком много узнаю, что если узнаю, где я живу? Что если они просто захотят меня убить, банда? Потому что я как бы слишком много знаю. Господи, банда, даже если это приложение знает, как меня зовут, оно уже не знает, где я живу. Это всего лишь обычная программа, которая, возможно, даже запрограммирована, чтобы в 3 часа ночи так отвечать. Ты же не можешь... ничего сделать. Я могу убить каждого, кто посмотрел это видео. Ставь лайк и подписывайся на канал, иначе я иду за тобой, супли банда. Это просто жесть, это уже пошли угрозы вам. Они реально знают все обо мне. Они даже знают то, что я сейчас снимаю это видео. Ладно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Возможно, тогда вас не тронет этот Google переводчик. Только не понимаю, зачем ему это. Этот Google переводчик хочет стать еще популярней. Получается, хочет, чтобы все в мире пользовались ним. О, господи, это просто жесть, я просто не верю в это, банда. И все же интересно, кто создал эту демоническую программу. Возможно, это реально проделки дьявола. Именно поэтому давайте в этого приложения все об этом спросим. Что ты такое? Кто тебя создал? Это уже не твои безумные дела. За эти вопросы убить могу. Вы это видите? О, господи, это реально жесть, банда. Я просто в шоке от всего этого. Даже мурашки по коже бегают. Я подумал не мог, что в этом видео мы откроем такую большую тайну. Что любой из вас может в 30 ночи начать общаться с этим Google переводчиком. И он будет отвечать так же страшно. Но все же, банда, это все мистика. Что если корпорация Google даже не имеет никакого отношения к этому Google переводчику? Что если это все проделки дьявола? Давайте об этом напрямую спросим этого Google переводчика. Ты... демон, и знать вопроса, не выходи никуда из дома. Вы это видите? Это уже идут конкретные угрозы, банда. Неужели корпорация Google не имеет никакого отношения к этому переводчику? Что если этот Google переводчик создал самый настоящий дьявол? И сейчас перед нами, банда, самый настоящий демон. Что если это что-то наподобие как Бен Утопленник? Окей, банда, это все очень стрёмно. Но сегодня этот Google переводчик слишком много говорил о моей смерти. Что если он просто хочет меня убить? Давайте напрямую этого спросим. Ты хочешь, чтобы... я умер. Это хорошая идея, банда. Вы это видите, он реально мне это отписал. Он реально хочет, чтобы я умер. Я просто хотел узнать правду, я не хотел умирать, банда. Я хотел об этом Google переводчике показать все вам. И потом я не мог, что это все зайдет так слишком далеко. Я просто хочу узнать правду. Мы уже знаем о тебе все, банда. О, господи, вы это видите? Это реально жесть, я просто не верю своим глазам. Они уже знают всю информацию обо мне. Это ужасно, банда, я просто не знаю, что делать дальше. Что если через несколько часов они уже будут у меня дома? Что если они меня просто убьют или заберут куда-то в тюрьму? Никогда в жизни не заходите в Google переводчик в 3 часа ночи. Потому что то же самое может произойти с вами. Я думаю, вам это точно не хочется, банда. Что если самый настоящий дьявол захочет меня как-то убить? Окей, давайте спросим этого Google переводчика. Почему он это скрывает? Почему никому не рассказывает на этом, что происходит 3 часа ночи? Если ему так хочется, чтобы он был известным, почему он тогда никому об этом не рассказывает? Почему не показывает то, что он может 3 часа ночи? Почему вы это скрываете? Чтобы избежать гибели. Вы это видите? Получается, если весь мир узнает об этом Google переводчике, то его просто сотрут. И тогда он навсегда пропадет, банда. После этого уже никто не погибнет от этого Google переводчика. Именно поэтому будет рассказывать это видео своим друзьям, чтобы все узнали это Google переводчике. Возможно, тогда его сразу же удалит. И никто больше никогда не будет в него заходить 3 часа ночи. Потому что я даже боюсь представить, сколько людей уже умерло из-за него. Но все же, банда, я все равно хочу узнать большего. Я хочу как-то внедриться к ним в доверие, чтобы узнать намного больше. Получить намного больше информации. Я хочу вам помочь. Возможно, тогда они мне будут больше доверять и все расскажут. Ты умрешь! О, господи, ну почему так? Я же ничего плохого не хочу, я просто хочу помочь им. Я просто хочу всего лишь знать всю информацию. Я не хочу умирать. Это просто ужасно, банда. Я ничего не понимаю, что происходит с этим Google переводчиком. Он то хочет помочь, то не хочет. Почему ты хочешь, чтобы я умер? Сделай это сам! О, господи, банда, видите, что они отписали? Как только стукнет 4 утра, Google переводчик сразу же превратится в обычного. Посмотрите! Он мне снова что-то отписал!
Перестань писать сюда, иначе твой срок станет ближе. Вы видите, что они пишут в банды, это ужасно. Он сам меняет свои сообщения в ходе разговора. Эта жесть, я просто не верю своим глазам. Он реально меня угрожает тем, что он меня хочет убить. 3 часа ночи, он реально становится каким-то диким. Это очень стрёмно, банда, я не хочу больше с ним переписываться. Потому что меня тогда вообще просто убьет. Окей, все, банда, я просто закрываюсь от Google переводчик. Это все очень ужасно. Господи, Supreme банда, это просто жесть, вы это видите? С Google переводчиком реально что-то происходит странное в 3 часа ночи. Он реально хочет меня убить, мне просто это все не верится. О, черт! Господи, мне кто-то звонит, Supreme банда. Вы видите это? Посмотрите, как подписан номер. Мы знаем, где ты. Это просто жесть, я не верю своим глазам. Это реально Google переводчик, Supreme банда. Окей, я беру трубку. Алло? Черт, мы просто слышали это. Ты слышишь, что там было? Это ужасно, господи, что это за звуки? Я просто не верю в эту банду. Google переводчик, это реально программа дьявола, это жесть. Господи, я думаю, нам всем будет очень интересно, что если мы пойдем в офис Гугла и спросим напрямую этом Google переводчике, что они нам ответят? Это они сделали ли это проделки дьявола? Окей, банда, вы знаете, 10 часов мы идем в Google офис и спрашиваем у них все об этом Google переводчике. Это вам будет интересно увидеть. И про также посмотри вот комменты с прошлого видео. Господи, вгляди. Как они шикарные. Просто идеальные комментарии. А бро, если вдруг ты хочешь попасть в следующее видео, всего лишь тебе нужно это опуститься ниже. Нажать свой лайк, колокольчик и все, бро, ты уже в новом видео. Лайк, колокольчик, коммент на видео, бандит. Так что давай, я помню одно, Supreme бандит. Оставайся тебя шикарным, пока!